Здесь у нас проходит городской чемпионат по конструированию машин Голдберга. Это необычная система, состоящая из нескольких механизмов, которые по принципу домино запускают друг друга. Ребята могут проявить свои технические навыки в творческом направлении. И такое интересное соединение дисциплин физики, математики, черчения. Я считаю, что это несерьезный формат для серьезной цели. Мы верим, что у нас через год будет полноценных две школьные и студенческие лиги. Будут сильные претенденты для российского чемпионата и на школьном, и на студенческом уровне. Ну и самое главное, что будет такое комьюнити, которое может вот это все, такой открытый формат технического творчества продвигать дальше.